Итак, всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем проходить Бога войны, первую часть непосредственную. Так, вот. Мы остановились на моменте в Вальхейме, где попали во временную петлю. И Атрей, короче, перебил. Теперь можно возвращаться. Идем. Вот. Ну, а мы продолжим бегать по Вальхейму. Возможно, вернемся обратно наконец-то. Лестница завалена. Еще мы вспомним все управление после, видимо, аккаунт это вот не стыдное. Так, а что мне надо? Что делать? А, ага, понял, вниз. Вон там впереди световой кристалл. Надеюсь, он поможет нам выбраться из этого дурацкого мира. В итоге вообще надо следить за этим, за историей. Вообще, что да как за сюжетиком, чтобы все было понятно. Я не знаю, короче, кинокристалл сюда. Залезу наверх, потому что у меня чуечка, что тут все-таки что-то можно подлутать. Ага. Все-таки можно. Сундучок. Так, разбитое сердце Альфхейма, редкий предмет чары. Опа, еще на 12% можно уменьшить. У меня, короче, стоит альтап на этот. На то, чтобы открыть вот эти вот все, короче, улучшения, броню. Вот. Знаю, что не стыдно как-то. Ну да ладно. Так, что у меня за пояс стоит? У меня стоит из волчьей шкуры. Перейти к гнездам. Это есть. Тут стоит. Не-не-не, стоп, не нужен. У меня вот здесь вот не стоит. У меня здесь стоит другой. Чары повышают силу и силу руна 3. Лучше вот это поставим пока. Зато везде будет. Зато будем получать меньше дэмэджа от эльфов. Правильно, правильно. А у тебя что-то есть? Не, у тебя ничего менять нельзя в этой части. Но это грустно. Если что, немного приболел. Поэтому извиняюсь заранее за голос. Возможно, за сопли. За то, что гон душу. Вот. Да, но ничего с этим, к сожалению, поделать не могу. Постоянно. А ты что? Ага. Все, я понял. Бежим, значит, дальше. Опять кошмары. Опять ты смотришь на картинку товара после ведьмака. Ну и типа тебе непонятно, где хуже, а где лучше. Просто потому что игры вышли в разные года. И локации совершенно по-другому построены. То есть где-то цветокор лучше здесь. Где-то в дерьмаке, где-то еще что-то. Да, это перелет, интересно. Опа. Понимаю. А, еще мост. Эльф. Спасибо, попался. Нет, они так будут бить. В этой игре я молчу побольше на ноге, потому что здесь надо что-то парировать, короче, бить, кнопок много нажимать, сразу кучу. Ага, это была способность какая-то. Вспоминаю управление по чуть-чуть. Чтобы не стыдно, не стыдно можно было играть. Он умер или он улетел? Непонятно. Вроде сдох. А чё тут? Непонятно. А куда теперь? А что теперь делать? Всё, до меня дошло. Ну наконец-то! Я зажгу кристалл, если скажешь, откуда стрелять. Да стреляй. Пора возвращаться наверх. Так, это понятно, как-то наверх попасть.
Кто-нибудь понял? Я нет. Ну вот я освободил этот путь. И что дальше? Как подняться наверх? Ну, по какашкам по этим нельзя залезть. А, мы типа можем вернуться. А где еще такая? Да подождите. Тут сундучок я нашел. А потом уже пойдем. Рубленное серебро на дороге просто так не валяется. Даже вода уж рубленое серебро. А, то есть... Ну это второй этаж, хорошо. А, я могу по лестнице. Да, 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 все, я раздуплился, парни. Я все понял, ты понял? Понял, я все понял. А ты понял, что я понял, что ты понял? Не знаю, как, конечно, пацан будет залазить. Наверное, как обычно, телепортами. Мужики, ну оно вам надо. Вот ответим на вопрос. Не надо. А вот и мне, что оно тоже как бы не надо. Задоджить, задоджить надо все способности. Чтобы мне, ну, интереснее было играть. Так, а где хп мои? Я только сейчас это понял. Парирование успешно, впервые в жизни. Открыл, стреляю стрелами. Хорошо, и поэтому тоже стреляю, сразу же летят, летят. И копьем его. Забирай, забирай. Сюда. Пешка, это хорошо. Я могу подлутаться. Ну, подлутаться, подкачаться. Стрелы света наносят еще больше урона от оглушений. Стрелы света накладывают на врагов еще больше сильный эффект ослабления. На 500 опыта давайте купим. Какое-то ослабление будет, не стыдно, может. Удушающая врага, а ты можешь применить серию приемов, если Кратос... Так это вообще, что бред. Надо вот тут еще посмотреть. Что-то странное. Это я редко буду использовать. Ладно, может еще дальний бой есть. Вот это надо. Я прям чувствую. У меня 600 опыта. Хватит на что-нибудь, нет, нет. 4500 за навык, да? Лучше вот это вот. Блин, тут считаю еще кучу способностей. Я так смотрю, вообще прям не стыдная прокачка. У топора меньше перков, чем у щита. Вот это я понимаю. Откуда мы пришли? Мальчик бежит оттуда, да? А мы пришли, получается... Ладно, пойдемте сюда, короче. Не помню, откуда вы пришли. Пойдем сюда. Если что, еще побегаем. Хронометража у нас все равно еще немало. Подожди. Ну, что за черти? Где ты? Ты что, дура? Давай, держи удар. Вафля. Эй, третьего уровня, ну я второго, ну такого не должно быть. Почему я не плавал больше меня? Это уже не слэшер. Это какой-то Dark Souls. Парировать что-то надо в тайминге. Вот это. Что это было? Это дура. Камень мне дай, сын. Атрей. Он, кстати, еще не фиксит, не говорит ни реплики, ни что меня бьют сзади, ничего такого. Прям чувствуется напряжение между ними. Дайте ж мне яблоко какое-нибудь. Слабая руническая атака. Удар по широкой дуге, наносящий умеренный урон от холода. Давайте посмотрим. Урон 2, лед 3. А у меня стоит урон 4. Блин, ну ей в их попадешь, если честно. Давайте, короче, эту попробуем. Она еще 30 секунд всего от КД. Смогу несколько раз использовать. Так, я там хилку вижу. Мне надо туда пройти. Но, видимо, не сегодня.
А. Я что-то сделал. Что-то я зажег, короче. А, что непонятно. Опа! Не пройти, говорит. Сынок, учись играть. Как ты его несешь? Не скажу. Попробую сюда кинуть. Опа, давай читай. Сын. Сын? Не мальчик? Ты что? Что с тобой случилось, мужик? Что там? Рассказывай. Давайте почитаем. Свет Альфхейма. Свет, рожденный в свет, мы вернемся. Свет — это поток душ. Он изменяет нас, поглощает нас. Вершит бесконечный круг жизни и смерти. Свет — это истина. Свет — это все. Ладно, свет — это замечательно, но не он ли сводит вас с ума? Согласен. Согласен с высказываниями человека, написавшего это. Смотри, синяя дверь, которая не дверь. И чаша песка. Но как же я до нее доберусь? Так. Синяя дверь, которая не дверь. И не стыдная чаша песка. Выбирай кристалл. Батька. Батько наш Бандера. Украина маты. Будешь везде его носить? Может быть. Мне кажется, для Кратоса это не особо тяжело. Бабочки какие-то летают. Ну и что? А как, что там? Что это значит? Семя. Запомни формулу. Ну, ясное дело. А, ага. А как? Это прикол какой-то. А, я ж могу с другого ракурса посмотреть, точно. Что-то я тут ракурсов пока не вижу. Рубленое серебро. Опа. Сундучок, значит, где-то лежит. Что это было? Ну я понимаю, что мне надо его как-то прорубить. Ну вот как? А если я просто дальше отойду? Не успеваю, слышишь? А что с собой делать? А как тебя? Тут есть что? Тут нет ничего. Наверху я вроде везде был. Вот. Он не перерубывает, типа. Надо как-то подкинуть. Не стыдно прям, знаете. А если я просто кину вот так? И теперь условно поднимусь сюда. Сюда. Сделал вот так. Потом след от топора красиво остался. Так а что мне с тобой делать? Ну дверь не дверь, тоже не работает. Ладно. Сходим еще повыше. Еще раз наверх, точнее. Уж понятнее станет. Здесь просто трупецкий должен бежать. Опять ты. Колокола. А, это сундук тут. Ну хорошо. Интересно, я успею. Вот. Все. Может, не будем грабить священное место, а просто уйдем? Тащат. Если я захочу узнать твое мнение, я спрошу. Ого. Вот это конфликтики назревают тут у нас.
Ну давай, давай, давай. Ну, гений на Даниле, вопросы не слышу. Так. Рог меда крови 33 найдено, значит, у меня повышилась спартанская ярость. Ну, не особо такой больше, конечно, стало. Так, ну я так понял, что кристалл на вербу нужен только для того, чтобы открыть сундук. Да и в принципе все. Как же тогда нам перерезать эти веревки? Ну точнее не веревки, а заросли. Слышишь? Ага, тут ничего не происходит. Ну что, реально мы таким сюда и сюда. Надо подумать. Подумать. А про есть идейка? Ну что ты стоишь, смотришь? Бери топор, кидай. Блин. Ну даже если я вот отсюда его запульнул. Я не знаю, как это сделать. Оно должно быть чуть ниже висеть. А если просто первые вот эти две перерубить? Видишь, что происходит? Оно на третью типа не остается. Как бы я ни пытался. Хорошо, если вот эти две. Ага, если я еще в сторону зайду. Например, вот так. Ты вверх меня рубишь, да? Ну вот он пролетает. Он вообще откуда вот это куда-то упал, прилетел, что за бред. Как это пройти? Ой, затупыч. А, я вафлёрыч, я вам больше скажу. Не только затупыч, но еще и вафлёрыч. Да. Да-да. Вот так становишься. И кидаешь. Да, я такой. Я такой, да. Это я. Это я. Вопросы. Вообще, кстати, можно здесь еще чуть тише сделать звук. Потому что... Чтоб мне было вообще прям идеально слышно. Вот. Давай, стреляй. Теперь можешь достать до чаши. Ну да. Давай, побежал. Ну а ты лезешь? Это прикол какой-то. Малой, ты лезть будешь сегодня? Ну. Может, мне еще один надо принести, я не знаю просто. А как ему сюда залезть? Ты за час же лезешь? Это за бред. Ну, если достану. Ну, так а зачем я приносить тот, если не соединены друг с другом? Правильно, правильно. Ну, окей, я вот залез сюда, опять же, наверх. Еще раз. Дабы убедиться в том, что они не соединены. И они не соединены. Ты залезть не хочешь наверх? Тебя подсадить надо или что? Тихо. Я случайно. Как? Что? Что дальше? Алло. Что делать? Я не знаю.
Ты лезть будешь? Может, это баг какой-то? Опа. А я что-то видел. А, ну не, оно ж светилось, типа, взаимодействие. Так, а как ему залезть, ты предлагаешь? Я вот это вот не пойму. Может, сзади я реально там что-то не так сделал? Сходим, посмотрим. Мне ж не лень. Я ж схожу. А я схожу. А вы ж меня знаете, что я схожу. А, он где-то там, кстати. Да вообще где-то там, значит, не нужно было возвращаться. Но он, мы тут все равно не ходили еще. Может, тут что-нибудь есть. А, это мы отсюда поднимали. Я понял. О, ты прибежал. Ничего себе. Молодец какой. Ну, я не вижу здесь никаких ни камней, ничего такого, что можно было бы с собой взять. Значит, он там сам как-то должен был залезть. Сейчас слышу какой-то блядский писк, если честно. И он меня раздражает немножечко. Грибы. Это все грибы. Но он же заряжен. Ну и что мне с тобой делать? Я не понимаю. Ты не хочешь полезть реально за чашей? Его подсадить надо или что? Хорошо, сохранить. Главное меню. Возможно, это реально баг. Я зря паникую, что я тупень. Продолжаем. Не читайте эти подсказки, тут все равно управление очень плохо перенесено. Именно с того сайта, с которого я качал, поэтому... Один шлак и бред тут. Чё, нет. Ну нет. А, все же сундуки сохраняются, да, только у меня спартанской ярости меньше, чем было. Смотри, синяя дверь, которая не дверь. И чаша песка. Ну как же я до нее доберусь? Действительно. Сейчас я тебе все покажу, мальчик. Куда ты его несешь? Ой, я опять чихал. Так как у меня микрофон прям под ртом практически, то мой бы чих, он бы очень дорого обошелся. Лечение ушей потом после моего чиха. Может быть. Вот, поэтому... Поэтому надо подумать опять, что делать. Я расстроился, конечно, что она обнулила весь прогресс. Ну не весь, но так. Немалое количество. Но я уже знаю, что делать, поэтому это все быстро будет. Сейчас я только чекну сундук. Открыт, закрыт, открыт, все. Здесь тоже все подобрано, да. Может тут реально какие-то камни там надо было встать. До чего дошел прогресс? Так, тут мы открыли. Что это значит? Семя. Запомни формулу. Ну, вообще похоже на семя. Ну, ясное дело. Ну, так, Атрей, ты сейчас полезешь. Только я не знаю, как до сих пор, но как-то ты должен полезть. Я не знаю, ну вот я нажимаю. Мост. Теперь можешь достать до чаши. Ну да. Ну так лезь. Так, а чё ты не достаешь? Вот мне кажется, ему надо как-то помочь. Только как я ему помогу? Быть может, надо залезть наверх. Тут все, короче, все связано с этим верхом. Вот 100%. Вот я сейчас залажу. Ага, перепрыгиваю, да. Не все так просто.
Ну вот же, вот что это было? Мы давно здесь стоим. Ну да, я знаю. Помоги, и мы не будем тут стоять. Что мне делать, Афель? Подскажи. Я не знаю, Атрей, ты понимаешь? А то что, вот и тут вот эти вот кольца не стыдные какие-то, вот стопы. Что-то вот эти вот кольца мне не нравятся. Что с вами делать, признавайтесь. Все, кольца и кольца. С другой стороны. Надпись. Так а что мне делать? Я вот к стене подошел. Чисто теоретически он мог его подкинуть и все. Но тут нет ничего. Я могу достать вот эту штуку и все. Вот он почему-то смотрит вот сюда. Что ты смотришь? Серьезно? Нет, ну вы серьезно. То есть, вот здесь вот он не может залезть. Нужно, чтобы он залазил вот отсюда. И муж, и звери, и яблони. Все начинается с меня. Да, это семя. Глупые загадки. Согласен. Прям максимально легкие. У меня ребенок в будущем. Два годика. Сложнее отгадывать будет. Число пи знать будет. Между прочим. До чего дошел прогресс? До невидимых чудес. Дверь не дверь. Я обосрался, если честно. Вот реально. Немножечко штаны подмочил. Ну конечно. Снова этот рогатый. Что ему теперь-то нужно? Добавлена новая запись. Светлые эльфы. Светлые эльфы вернулись. Когда мы очистили свет Альфхейма, того, что с ним сделали темные эльфы, они все явились в храм. Озаренный светлым светом Альфхейм стал очень красивым, а светлые эльфы кажутся хорошие. Они ничего не говорят, но по крайней мере не пытаются нас убить. Папа сказал, чтобы я не торопился с выводами. Но что он понимает? Пока я в одиночку отбивался от целого роя темных эльфов, он делал что-то непонятное внутри света. Что бы он там ни говорил, я рад, что мы вмешались. Ну, сомневаюсь, что Кратос, конечно, ничего не поменяет. Он мужик, прошедший большое количество войн, убийца богов и так далее. Поэтому, я думаю, понимает все-таки больше, чем мой маленький пиздечоночек. Вот. Давай. Он меня бесит. Он меня тоже бесит. Он еще вернется. А, это типа, ну, типа, отсылочка к тому, что это будет боссом или что? Нам точно нужно туда спускаться. А ты знаешь другой путь? Нет. И? Используйте подъемник с чашей. Так, а лодка где? Ох, блядь. Ну вон там же водичка, парни. Может вплавь лучше? Ладно. Атрей, я тоже недоволен, что нужно спускаться. А вот и босс файт. Я надеюсь, это промчалась машина, а не самолет или не ракета. Вот. О, открыли все чудики, которые были закрыты. Эльфийский артефакт. В бесконечных войнах между светлыми и темными эльфами было под... Это ветер? Или что это? Было потеряно множество бесценных реликвий. Надо их поискать и предложить Броку. Наверняка он даст за них много рубленого серебра. Ну да. Да, согласен. О, сундучок. То есть мы открыли свет и открылись все вот эти вот камеры.
Но отсюда нет пути наверх. Я знаю. Но я могу здесь погулять теперь. А, мы тут были. Все. Не хочу я, значит, сюда идти. Значит, все сундуки тут обутаны. Переиграны интеллектом. Искусственным. Ну, точнее, я переиграл искусственный интеллект своим интеллектом. Вопросы. Дверь подкрываем. А почему цветокор изменился на темный? Что происходит? Ведьма, блядь. Две. Спасибо. А я же вот, вот сейчас бы понадобился вот этот скилл, который, когда бежишь, врага можно там это что-то с ним сделать, короче. А ну постреляй, постреляй, постреляй мне волну. А я, то есть, невозможно ловить, я правильно понимаю? Ну это босс файт чисто, чтобы мне все хпшки выбить. Мини, перед боссом вот чисто вот. Вот и как раз вот спартанскую ярость убрали. Ну да, согласен. А как ее одну типа достать? Так, Space E. Давай, да ведь надо достать. Хорошо. Давай, давай, да, ну подлети. Одну ведьму за спартанскую ярость, это не то, что не стыдно. А как тебя захватить, я забыл. Какой быстрый. Так, нужно делать не стыдные атаки. Разумеется, с ней по хп идти вообще нельзя. Фу, обрыгала меня ядами своими. Мальчик! Ко мне это воскрешение нет. Я буду молчать, потому что... Надо что-то придумать с ним. О, курва, согласен. Ты еще та курва. Ну, пусть артрей, короче, стреляет. Но дело уклониться от всех атак. Ну, быстрее, стрелу еще одну. Фух. Она умерла. Чтобы я видел, куда стреляю. Стреляй на слух, учись. Согласен. Мост какой-то. И что тут? Тут все закрыто. Значит, мы тут были, значит, нам сюда не надо. Вот там вот снизу я видел, короче. Во-первых, тут сундучок есть. С непонятными, конечно, корнями. Как их перебить? Ага. То есть они не одни. А что происходит? Ладно, подождите, короче, слышишь, тут где-то лежал лут. Найдем кристалл. Ну это круто, ну ты мой хп видел. Кристалл. О, ну это такое, это вафли. Так, кристалл тут. Побить их. И красиво добить. Дай мне хилку. Спасибо. О, еще одна. Та ты шо. А тут, короче, надо что-то поворачивать, наверное. Не работает. На горе, может, где-нибудь сверху. Ну не на горе, а на возвышенности, типа надо мною. Ты чей будешь? Давай, короче, мужик, замерзай. А теперь... Ух, ебать, ты что? Ты чей вообще? Второй левел, такой, короче, плотненький он. Видал? Видал? Я таких анимаций еще не видал. Так, а куда я бежал вообще? Куда-то сюда, по-моему. Вообще, худовар сегодня спонтанный у нас. Потому что у меня просто нет интернета. Кто все? Кто вы? Пацаны, ну вам не надо, вам так сказать.
Вот вообще не надо, вот, ну вот, сидели бы дальше в своих клеточках, отдыхали бы, жили бы, растили семью и детей, а так дважды умирать придется. Так, это что, хилочка есть еще? Есть, конечно. А не, это лут. Тоже не, неплохо. Так, новый трофей. Вот этот, по-моему, добавился, нижний. Тут что, пусто? Хилки мне с кувшином. Спасибо. Вообще не помешало бы. Еще ярость. Если придется. Что ему не нравится? Он попросил найти кристалл. Мы нашли. Что ему не так? Если честно, в Годоваре сложно что-то комментировать, потому что, ну, не знаю, мне просто нравится атмосфера игры, сюжет и графен. Графен как минимум достоин. Что? Где? Когда? А куда тебе? А, туда, точно. Вот, и, ну, я просто кайфую, ну, мне хочется так повтыкать, что-то побегать, посмотреть на огромного мускулистого мужика. Let's celebrate and suck some dick, you know? Стреляй, мальчик. И шо? А, все, раздуплился. Ну блин, ну тут сундук, вот я вижу. Как же тебя залутать? Ну вот я вижу только один просто корень, второй не вижу. А где еще он может быть? Вроде как, его штука снизу переплетает, правильно? Правильно. За что не так? И чё ты? Что тебе не нравится? Ну, идём... Ну, это не сундуки там, где... Которые прям мега важные, мега ценные с этими... С доп. ХП или с дополнительной яростью, поэтому его пропустить не стыдно. Наконец-то! Можно использовать ту же чашу песка, что и в первый раз. Скорее бы выбраться. Не-не-не-не-не. Нам сюда не надо. Кратос, ты что-то путаешь. Ну тут вообще все как-то по-другому. Раньше тут было светло, теперь стало темно. А там наоборот было темно, стало светло. А сколько у меня хпшек? Вот я дура. По-любому сейчас будет замес какой-то. Ебать. Ешечка, пошла. Ты кто? Ты чей будешь? Ты вообще кто? Я не понял. Ты где? Нашел. Да давай, давай, с такими атаками будешь Новый год праздновать с мужиками. Оп, ворот, был у ворот. Не прошел. Давай, сложную, сильную точнее. Сюда, у ворот. Двойная атака, надо запомнить. А как тебя отметить? А, ого. Я слепой. Ага. Неожиданный босс-файтик нарисовался тут. Дай мне спартанскую ярость, я тебе покажу, что такое значит настоящий бог войны. А пока надо побегать. Ну, на поечке, если честно, на хардкоре это посложнее выглядело. Но пока не знаю, что будет тут. Да. Давай, Атрей, помогай. Может быть, там поможешь отцу. ХПш... А, это и вся ХПшечка. Я еще не вижу. Ненавижу этого босса. Давай. И назад. Хорошо. Увернуться. Зайти за угол. Он, короче, байтит на выпад. Четверочку можно способностями его чисто пробить. Назад. Назад, еще назад, чтобы не ослепил. Клава-мышь, шимба. Вот эти вот поечники просто
сложным на плойчиках вот это проходить, боссов таких легких, физичных просто, с первого трая на харде сейчас будет. Ну не факт, но будет. Я что-то нашел. Так, клавомышь, не подведи клавомышь. И назад, слепой, не баче, баба, не баче. Что-то увидел. Еще пару ударов, чисто ярость зарядить надо. Надо зарядить ярость. Ты где, черт? Иди сюда. Я из тебя все говно выбью. Да иди сюда. Сюда, еще. Давай. Ну нет! Есть воскрешение. Вы видели это количество хп? Боже мой. Это тильт. Это просто тильтич. Ну давай, нападай. Там такая писька осталась. Это же ужас. Ну вот как так можно? Ну вот что это было? Давай, стреляй. Да кого ты там пытаешься вот это свои? Да кого? Вообще? Блин, надо блокировать научиться нормально. Ну вот. Он же вроде бы не сложный. Парировали, хорошо. Ой-ой-ой, со взрывами нельзя вообще никак контактировать. Давай, стреляй. Давай. Надо бить. Короче, надо ждать, пока он... Вот это зря. Вот это очень зря было. Надо просто дожидаться, пока он будет использовать вот это вот, когда он с копьем просто летит, как дура. Вот это вот надо ждать, а потом атаковать. Я так никогда делать не буду, я знаю себя. Я буду просто спамить атаками и идти в размен хп, хотя мне это очень-очень невыгодно. Так, камень нашли. Камень — это хорошо. Как тебе вот захватить цель? Так, что ты делаешь? Опять повелся на флешку. Где-то он там. Да давай, я не вижу, когда он, короче. Вот их скидывает, но я же уже далеко был от нее. Ну что это, так не должно быть. А я все равно ослеплен. Да давай танцевать дальше. Давай, на, по позвоночнику чисто. Троечку тебе еще. Кстати, почти фулл хп ему снес. Я понял. Ну да. Еще надо хилочку. Не вижу. Давай еще перекат. Удар. Не вижу никого. Давай, удар. Давай. Мы промахнулись. А жестко поделать. Давай, спартанскую ярость что-нибудь. Да на тебе, без спартанской ярости, тупо дура, иди сюда! Рогатая хуйня! О, кастрировали тебя! Я убийца богов! Ты кто вообще, мусор? Нет, не может быть! Что он сказал? Что мы сделали роковую ошибку. О,
Гнев волка, рунный призыв. Вызов призрачного волка трижды бросает на врагов. Давайте-ка посмотрим. Так. О, нормально, урон, оглушение, руны. Пусть будет. Тут, наверное, еще что-то будет. Мы помогли не тем? Я. Дай угадаю. Ты с умным видом скажешь? Я с умным видом скажу, что мы помогли не тем. Так, сейчас не понял. Скажешь, что не надо было влезать? Довольно. Пойдем уже. Да подожди ты, я тут помню, висело что-то. А куда она делась, я не знаю. Веселька ж была. Ладно, давай. Ну. Ты помнишь ответ? Да, да. Молодец, мальчик, молодец. Кстати, я думал, на этого босса у меня больше времени уйдет. А, это ж сын, мы поднимаемся. Прочти, сын, что написано. Ты говоришь со мной, только если тебе что-то нужно. Тебе есть что сказать мне? Я говорю... Ты обращаешься ко мне, лишь когда я должен перевести что-то. Была бы тут мама? Была бы твоя мать жива, нас бы тут вообще не было. Атрей. Забудь. Ладно. Ну вообще уже молодцы. Они уже сближаются друг с другом. Атрей начинает говорить, что ему не нравится. Кратос тоже пытается что-то как-то из себя высирать. Вот это прикольно. Это очень-очень прикольно. Ну? Она была там? Кто? Нет, ее не было. Тебе-то, конечно, наплевать. А ну, прикуси язык! Пока путь не пройден, кто-то должен сохранять рассудок. Если я молчу, это не значит, что мне наплевать. Пусть каждый... Оплакивает ее по-своему. Вот это я согласен. Вот это мужской поступок достойный. Ауф! Выкатываем со двора. Да ладно, сын, ничего страшного. Ты я еще юный, хотел. Молодой. Не да. Понимаешь, как быть ребенком. Ты не хотел. Вот Кратос ты тоже меня молодец. Не знаешь. Я понимаю, тебе тяжело. Блин. Вот. Так, ребята, надеюсь, запись продолжается и не обнуляется, да, все хорошо. Мне бы казалось, что прошло совсем немного времени, если тебя это утешит. Баночку разбили, я как обычно, очередной раз. Вот, ну, поэтому мне пришлось отвлекись. Идем обратно в Мидгард? Да? К черному дыханию? Да. Или тут еще дела остались? А ты хочешь тут поплавать? Блин, я даже не знаю, можно ли тут где-то плавать, просто чтоб я не заблукал потом. Ну, можно... Что это такое? Так, ну это квестик. Вот тут что-то... Лавки две, сундук Норн, легендарные сундуки. Короче, походу тут еще где-то можно побродить. Но я не знаю. Сильфри сказал, мама была воином. Да, отлично. Она тоже воевала? Вроде того, враги уничтожили ее семью, и выжила только она. Да, она шла по пути воина, но ее целью было выживание в суровом мире, пусть и в одиночку. И поэтому она попросила Синдри и Брока сделать топор? У нее была сила владеть таким оружием и мудрость применять его только во благо. Она обрела цель защищать слабых. Значит, она помогла бы эльфам? Нет. А, эту капельку я забирал уже, да. Это просто с двух сторон можно проплыть, наверное. Отплыть, точнее, это дерево в центре. Это вы? Это мы. У вас были дела? Наблюдателен. Лягушка. Я а куда она делась? Я хотел, короче. А вы, я смотрю, в дальний путь собираетесь. А, кстати. В Мидгарде есть заброшенный храм, который один гном превратил в свой личный склад. Там полно сокровищ, которые он собрал, путешествуя по мирам. Да. По разным мирам? А в каких он бывал? И что нашел? Да давай дальше. Круто. Давай лучше. Это да. Ого. Пожалуйста. А, и еще. Пройдите к хранилищу, чтобы отслеживать. Ну давайте отследим. Советую действовать осторожно. Я был в этом хранилище больше века назад. А где он?
А что это? А. Ага. То есть это в другом мире. Понимаю. Много всякой мерзости. Ну сходим, короче. А зачем я отплыл, если мне дальше фишку идти? У которых есть хозяева, понятно. Так, вы уже добрались до склада Фафнера? Потерянные предметы. Вы потеряли предметы, оставив их на поле боя. Щелкните мышью, чтобы вызвать меню потерянных предметов. Вернуть. Броня для бедер. Это могу улучшить. Но он руны дает и защиту, но силу отнимает. Не хочу я это. Короче, а нет у тебя ничего. Ты не полезен ты был. Вот тут так чисто что-то предложил качать. Бесполезное. Не стыдное оружие какое-то. Так, ладно. Спартанская рост есть. ХПшечек чуть больше. Тут я везде был. Отец. Да. Я должен признаться. В чем? Эти голоса в голове. Ну, это не впервые. Когда мы встретили Брока, его зверюга предупредила меня, что за деревьями кто-то прячется. Она так сказала? Я просто чувствовал то, что чувствовала она. Ее страх. Если повторится, скажешь мне. Как? Ясно? А, нет, это залутал. Обещаю. Непонятно. Непонятно. Что я лутал, что нет. Короче, этот мост опять длиннющий. Хоть без крипов теперь. Ешка. А тут Брок будет, да? Не, нет никого. А как так? Ты куда исчез, гном? Ну ладно. Блин, я у него камень воскрешения не купил. Вот это вот проблема. Свет у нас в Мидгард. Вот это вот проблема. Вот камень воскрешения надо было прикупить все-таки. Было бы получше. Мир доступен. Альфхейм. Нажмите карту для возвращения в Мидгард. Центр всех миров. Если окей. Думать о том, что миры существуют в одном и том же месте, можно сойти с ума. Мы путешествуем, не делая ни шага. Да, да, да. Мультивселенная. Хотя это, скорее всего, не так. Это типа... О, как же это правильно это все объяснить. Короче, есть две теории о мультивселенной или же о клоне Земли и как-то так. Или это все относится к мультивселенной, я могу просто путать. Вот. Так что не обессудьте. Что происходит? Вот. Там что-то с частицей Бога связано, короче, вот это все. А, ну он сам уйдет, понял. Брок, мы были в другом мире и видели твоего брата. То есть, наоборот. Ты позволил этому ублюдку прикоснуться к топору? М? Ты ведь знаешь, что он утратил весь свой талант. Вот так, бац, и как ничего не было. И меня чуть за собой не утянул. Кому он оружие кует, я не понимаю. Ну что, он все испортил, да? Да, да. Скорее наоборот. Как же они не любят друг друга. Хм. Ну, даже слепая свинья может иногда пернуть трюк. Но знаешь, что самое главное? Не стыдный шутник, не стыдный. Постоянство мастера, а уж этого у меня всегда было, хоть отбавляй. Да понятно, понятное дело. А он улучшил его еще? Знак гнома. Что ты сделал? Так лучше. Все. Понимаю. Ну... Если ты уже насмотрелся, тогда у меня к тебе просьба. Ну давай. В чем дело, гном? Возле шахт Велунда работает один алхимик. Андвари. Я... Если это по пути... На, я... О, 400 метров сюда. Другое даже ближе. Дело. Опа.
создать редкие чары. А у меня аж нету этих. Нет ничего. Чары повышают живучесть, восстановление, силу урона. Короче, что-то говно одно. Ладно, нагрудная броня. Кираса защитника дает 6 защиты. Опа! Металлический наплечник. Сила 22, защита 22. Ну да, 10 сил, это больше урона, по сути. Ну только 8 лунаш добавляет. Блин, 12к серебра стоит. Блин. Можно все металлическое взять, но тогда 0 урона будет от рун. Вообще прям 0. Вот это можно поставить, но только он живучий еще убавляет. А мне это не надо. Чего тебе, парень? Поиск камня здоровья. Знаешь, это чего денег хочешь? Нет. О. Вот это можно продать. Надеюсь, вы довольны. Вот это можно продать. Я почти не парировал. Умеренный шанс получить благословение. Вообще какой-то бред. Купить. Не, мне нужно камни воскрешения купить. 1000 монет. Ну, слышишь, ты мне бесплатно, блядь, их должен давать. Так. Улучшить. Могу ли я? А, нет, не могу. Коготь, колчан. Колчан могу улучшить. Коготь не могу улучшить. Колчан что ли лучше, блядь, 25к. Ну ладно, лучше. Успешное улучшение. За два доп поста, я думаю, ну что, нормально бабла получить. Хочешь получить от меня крупицу мудрости? Не хочу. Буду честен с тобой. Так, а где мне там надо? Плыть. По сюжету вроде все. Ты помнишь путь к черному дыханию? Конечно. Надо пройти по мосту к башне Ванахейма. А мы идем к черному дыханию или побродим? Решай. Мы идем. Мы уже видели эту статую Тора. Да. Когда уплыли из пещеры ведьмы. И где пещера? Полдень, солнце вон там. Это кто? Значит... Ледяные? Ого, резкий такой, слышишь? Ты вообще кто? Вы кто, ребята? Я вас не звал. Слышишь, у них ноги, короче, горящие. Давай, давай, давай. Ля-ля-ля-ля-ля, давай. В это, домой. О, камень дороги. Ого. Я, по-моему, отпарировал, кстати, этим ударом. Да я ж нажал. Это нечестно, я все нажал. Да я опять же нажал. Ляп, камушек. Ты помойку. Надо подойти поближе. Да ну нет. Ладно. Куда ты делся? Люблю, когда они на мало валятся. Спину просто тыкаешь и все. Это хорошо. Эти я тоже не знаю, но они отличаются от других. Так, ну я вообще хочу пойти по доквесту. Пойдем по доквесту, посмотрим, что там да как вообще. Я надеюсь, мне хоть сюда же, да? А это что? Лавка. Может, мне от лавки надо направо. Попробуем и так сплавать, если что. Я думаю, там несколько проходов добавили разработчики. Ну, по крайней мере, на этом. Вон там! Там башня! Не вижу башни. Мерещится, что ли? Скрытая область открыта. Скалы вороны. О, опять эти чудики. Когда он один, это просто мясо, фарш. Называйте как-то, когда их много. Так, прочитай. Сын.
Слушаюсь. Лёгко. Квейкья. Квейкья. Ой, блядь. Ну я надеюсь, что сейчас быстро же тыкать, чтобы она не мешалась потом всю дорогу. И тут еще одна, конечно. Ты кто? А ты чей будешь вообще? Я таких раньше еще не видел. За две руны мы его убиваем. Килочка, камушек. Ты здорово дрались! Дух озера? Что, что это? Это дух. Он говорит. Да. Оно тебя слышит. Не стесняйся. Вроде по сюжету, вот не по сюжету, а вот по допусту мы идем. И так нормально, не стыдно. А как мне Атрея использовать вообще? Вот это вот я не пойму. Надо в настройках посмотреть. Что я нашел? Скоро мы переведем руны Муспельхейм. Доступ к миру, мир огня. Еще рыцарь какой-то. Носовые фигуры. А, то есть мини сюда, что ли? По допусту. Это печально. Я думал все же сюда. Там я, кстати, тоже можно заплыть куда-то. Ну уже, я не кусаюсь. А что ты хочешь? Ты мёд? Какая наблюдательность. И безрассудство. Будь начеку, когда зажигаешь светильники. Сайты скитальцы тянутся к огню, словно мотыльки. Полагаю, это ты освободил нас из водяной могилы. Нас? Других духов. В озере девяти их пол... У нас нет желания. Но вы уже... Не, конченое дело. Рукоять искусственного воина. Обычный предмет, рукоять для топора. Повышение силы, защиты, удачи, улучшение. А ну, надо посмотреть. Ну, блин, не-не-не. У меня стоит сбалансированная боевая рукоять, а это искусственного воина. Ну, просто плюс защиту даем. Вообще прям нечемное. Ух ты! Исчез! Идем. Ни к чему отвлекаться. Это, короче, что-то типа, наверное, как в Ведьмаке по знакам вопроса ходить, только тут просто по карте путешествовать. Ну, прикольно, прикольно сделано. Вот эти шарики я пока юзать не могу. Попробуем еще правее сплавать. Жаль, что мамы нет с нами в таком путешествии. Она ведь умела драться, да? Еще область открыла. Да. Белым она дырком. Сражалась красиво. Хей. Где я плыву, я не знаю. Надеюсь, это все-таки доп-квест. Ворона Одина. Белундерские рудники. Все-таки это по доп-квесту, да. А шо, как тебя использовать? Это типа ТП может дать, да? Ага. Но это на всякий случай, чтобы она точно сохранилась. Так. Можно подумать. Серебро. Как это проходит? Тут еще что-то можно подлутать. Вообще откопали что-то. Еще серебро. Сюда. Рубленого серебра много не бывает, как говорится. Так, ты читай. Сундук пока открою. Кто это написал? Не знаю. Я сундук открываю. Впереди лежат виундерские рудники. Это великое предприятие стало возможно благодаря Андвари, искусному сыну Ивальди, сумевшему подчинить своей воле саму толщу гор. До сих пор гномы и рудокопы более всего на свете боялись случайной встречи с древними, но гений Андвари превратил этих грозных врагов в послушное орудие нашего праведного труда. Здесь началась новая эпоха гномов, не простых горняков, но истинных повелителей железа, кующих само будущее.
Понятно, понятно. Я видел там два кувшина. Ну, уже мне что-то впаду их ломать было. По времени-то уже заканчивать пора. Так-то. Поэтому еще 15. Ты что тут забыл? Мне нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Найти его в ваших интересах. Окей. Просьба Бахмана, найдите гнома с зеленым кольцом. Я пошел. Что это значит? Ладно. Эти руны означают внутри смерть. Классно. Брок сказал, что его друг тоже гном и носит кольцо. Ищи, если хочешь. Гном, но без кольца. Один из работников? Нет. Огня. На полу и на стене. Странно, но будем искать. Мне нравится, как тут разрушаем, если хорошо сделано. Я буду. А мы будем несы, сынок. Блин, тут музон такой начался, прям не стыдный. Видишь, великан? Там душеед. Если он убьет нас, это конец. Ни Вальхал, ни Хель, вообще ничего. Никогда. Да все будет нормально. Он не нападает. А мама говорила, что они опасны. Значит, будь начеку. Идем. Так, ну, наверное, можно с ним драться, можно нет. Там еще у нас проходик. Еще что-то нашел. Рубленное серебро, рубленное серебро. Кошмары. Как же их долго убивать на втором уровне? Что с тобой, слышишь? Четверочку надо прожать. И теперь троечку еще. Все вообще красиво. Ой, как красиво все было сделано. Давай, давай. Беремся, беремся с этим. Это я, короче, наполняю ярость, по сути. Но они что-то не умирают. Вот. А, это может быть кошмар, по сути. Ляп-ляп. Бам. СД. Пивочка. Теперь ты во флёр. Все, парни. Вы просто крутые. Да, победа. Не он. Эй, я думал, тебе плевать. Я просто вижу, что кольца на нем нет. А. Ну ладно, ребята, на этом, я думаю, с вами можем закончить. Да, пройдем эту миссию уже завтра, послезавтра. Посмотрю по расписанию, по свету и как вообще все будет. Поэтому спасибо всем за просмотр. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем удачи, и всем пока-пока.